С вами Злой Монах, и сегодня мы будем получать еще одно эмодзи на Никс. Я сегодня получил 6-ю лигу, такую вот, прям вот, типа этого айсберга, или чьи-то, блин, вот я как хочу 7-ю, потому что изумрудный ящик. Изумрудный ящик это что? Изумрудный ящик это новый боец. Почему бы и нет, тут 10-я лига, тут 11-я какая-то. Так, я сейчас все осмотрю. Что ж, ребят, давайте сыграем последний бой до нового эмодзи. Ладно, вроде как бой закончился. Меня случайно грохнули легендарным оружием. Моя тима еще там вроде живет. Или уже довольно не живет. Ладно, вот, в принципе, давайте плюс 5 кубков. И вот она, награда наша. 500 кубков на Никс. Отлично, у меня теперь и на Ларди, и на Никс 500 кубков. Кстати, а почему мне награду не показывают? Вот она, моя награда. Скриним. Я сказал, скриним. Отлично. О май гадабл, это же веселый Никс. Давайте экипируем. Теперь у меня вот такие вот две эмодзи. Одна грустная, одна веселая. Ну что ж, давайте испробуем в нашем бою. Сколько у нас прикольных эмодзи будет. Вот главное в Максе командах, точнее в отряде. Вот, я веселый. Я грустный, я веселый, я грустный, я веселый. Что, это у меня так лагает, что ли? Нифига себе, прикупил себе последнюю марку Самсунга. О, точно, я думал, у него трубочка. Все, отлично. Кто кого съест? Съешь или будешь съеден, как говорится, в хоррор-тейле. Хейтер. Типа, what's the heck? Не what's the... Ладно. Отлично, жирафика мы застрелили, нехило так-то. Добыча нормальная. Не дать, не взять, а целый жирафик. Пошел нафиг. Ой, ебой, да еще и кенгуру у нас тут есть. Давай, умирай. Молодец. Говнюк. Хамелеон. Ну-ка, уходи. Птыщ, уходи. Не знаю тебя, попал, ебой, блин, а может как-то сваливать, а то нас сейчас прибьют. Пацаны, аптечку найдите, а то у меня хп вообще нет. А сейчас телепортирую, аптечка, дай мне аптечку. Спасибо, поселился, отлично. Так, что у нас тут еще? Давайте гранату, о, мы так вот можем, вот как динамайк, мы можем по динамайк идти, вот так вот вертеться. Смотрите, у меня есть гаджет динамайка. Теперь я спиннер. Я тут верчусь, типа... Ой, блин, извините, я вас реально не заметил. Я тут немного повеселиться хотел. Сорян, блин. Не, ну сорян, ребят, я серьезно вас. Что-то помолчал, не заметил. Да, вот прям вот не заметил. Вот прям вот взял, так и не заметил. Ну, плюс 10 кубков тоже норм.
Я не Апоникс, потому что у меня недостаточно голды. Я все потратил на ежедневную всякую там фигню. Ну, в принципе, ребят, мы посмотрели на мою новую лигу. И, в принципе, нормально. Всем пока.